Всем привет! Меня зовут Павел, а вы смотрите ТОП-10. Десятку лучших клипов прошедшей недели. Давайте посмотрим, какие клипы и какие артисты оказались в нашем чарте на этот раз. Итак, все самое лучшее и самое интересное прямо сейчас и прямо для вас. Сони Фадера, австралийский диджей, продюсер и исполнитель хаус-музыки, известный своим динамичным сочетанием душевных энергичных звуков. На этот раз он возвращается и представляет для вас свою очередную фирменную работу. Так что встречайте, 9-е место. Как признается Лео, она всегда хотела сделать то, чего раньше никогда не делала. И получился хаос. Только не тот, о котором вы подумали, а новой песне в сотрудничестве с Хуратой Дорой. Две эти очень влиятельные исполнительницы подарят вам эмоциональные тексты с запоминающимися битами. 8-е место. Nobody Like You – это история о болезненном расставании. Изнывая от тоски по прошлому и острому чувству ностальгии, наши главные герои пытаются ухватиться за ускользающую надежду на то, что все еще для них возможно совместное будущее. 7-е место. Часто была права. Трачу нервы теперь, как бездна. Плачу за свои сна. Не дают уснуть опять вертолеты. Плачет ночь, стучит дождем по капоту. Я одна в пустой постели. Кто-то тебя снова окружает. Забудь.
Скажи, что это не конец, это пауза. И если до сих пор у тебя внутри гроза, то я примчусь тебе сегодня на всех парусах. Мы восстановим наши чувства из хаоса. Не хватит сил, доверие вся в кредит. Я по глупости все спустил. Знаю, завтра ждет много дел, но вокруг и внутри бардак. И тебя потерять не хотел. Лишь мне без тебя не так. Не даю доступ опять вертолеты. Ночь растает, ты завишь, ты вошел-то. Лучше так, чем думать, с кем ты и кто там. Тебя снова окружает забота. Скажи, что это не конец, это пауза. И мы, как раньше, водой в ладонь, глаза в глаза. Все твои аргументы против моей всегда закончились, и мы решили дать по тормозам. Скажи, что это не конец, это пауза. И если до сих пор у тебя внутри гроза, то я примчусь тебе сегодня на всех парусах. Miles on It от группы Marshmello с участием Келли Брауна. По сути, это песня о любви. В ней метафора дорожной поездки на новом грузовике символизирует начало новых отношений. Вот так все неожиданно и интересно. 6 место. Но Shade and Pity группы Chainsmokers воплощает чувство обновления и самопознания. Песня прославляет личный рост, отпускание прошлого и обретение утешения в настоящем. 5 место. We'll be right back.
replacing the scenes. Don't stop deprecating till I burst at the seams. It's all feeling different, but I know that it's me. And everything feels better now. I can't believe. Рита Ора готова превратить любое место в танцпол в своей зажигательной композиции «Ask and you shall receive». Это оптимистичная летняя песня, в которой говорится о том, чтобы наслаждаться моментом и своими увлечениями. Четвертое место. Thank you.
Совместный сингл Робина Шульца и Изи Бизу «Only Way Is Up» на этой неделе расположился на третьей строчке нашего чарта. Эта песня заставит вас почувствовать это лето своим запоминающимся куплетом и мегабитом. Так что встречайте! Аншоу Алана Уокера и Кайли Кентрелл исследуют тему неуверенности в себе, замешательства и поиска цели. Так что скорее окунаемся в их волшебный мир на второй строчке нашего чарта. Out My Head заразительным припевом и парящими синтезаторами переносит слушателя в другой мир, демонстрируя выдающийся талант и креативность этих двух артистов. Так что ловите Topic и A7S первое место. Neither rich nor poor, I am just a dreamer chasing something more. Oh, I'm on my way till I find what I'm searching for. Only thing I know is that I'm so unsure. I think I'm jaded, I let life get to my head. I stop complaining, I'll overthink it instead. This game is draining, so tell me when this. Chasing something more. Oh, I'm on my way till I find what I'm searching for. Only thing I know is that I'm so unsure. На этом все. Вы смотрели ТОП-10, десятку лучших клипов прошедшей недели. С вами был я, Павел. Через неделю подведем новые итоги, так что смотрите наш чарт и слушайте только хорошую музыку. Пока!